октября, мои старые друзья. А почему старые? Пожалуй, вернее будет. Мои юные друзья. Так? Да! Я сегодня, как и прежде, с новой сказкой к вам пришла. Было это давным-предавно. Бабушки-красавушки, девушки-верплявушки, старички-ворчливые и гармонисты-игривые! Эх, здравствуйте, гости званные, в нашем сказочном царстве желанные! Ой, какие вы сегодня нарядные! Здравствуйте! Так, а где же мой помощник Иванушка? Иванушка! Здесь я! Где? Эх, здесь! Где, дружочек, ты где ж там? Ха-ха, ты где был? На городской ярмарке, честной народ веселил. Так, а где ж народ? Да вот здесь, за мной идет. Да ты что? Ой, какой народ-то нарядный, о! Трещотка, частушки, пляски, игры да сказки. Наш праздник гармонии, народ собирается, наше представление начинается! Начинаем наше сказочное представление. Играй гармонь, душа России. Исполняет народный коллектив «Родничок». Руководитель Ирина Вершинина. Краснослободский район. Встречаем, друзья, бурными аплодисментами. Thank you.
светлый памятник ему. Играй гармонька, игра, и о любви, о войне, от Беларуси до Урала и на мордовской стороне. Праздники «Царицы гармонии» будут соревноваться в виртуозной игре представители всех районов республики и городского округа Саранск. Встречайте Владимира и Алексея Нецкиных из Умополянского района с русскими наигрышами.
сыграл. Ой, да ты что, а спонсоров наших ты знаешь? Конечно, знаю. Ой, тогда я одних объявляю, а ты других. Я согласен. Итак, наши постоянные партнеры. Открытое общество с ограниченной ответственностью. Флойд, ваши аплодисменты. Открытое акционерное общество «Ламзурь». Общество с ограниченной ответственностью, ликероводочный завод «Саранский». Ваши аплодисменты! Ну что ж, а мы не будем тянуть и вызываем сюда следующих участников. Давай скорее. Для вас поет группа «Раздолье», русская народная песня «Шары ярые». Руководитель Галина Ульянова, Ардатовский район. Как интересно. Пойдем послушаем. Пойдем, пойдем. Ой, тебя еще будет время. Споем. 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 Итак, а начинаем петь частушки. Просим не смеяться. Тут народу очень много, можем растеряться. А, раз, дай сюда, народ, меня пляска берет. Пойду погляжу, да на народ погляжу. Ай да молодец. Вот. Давай скорее гостей представлять давай, участников. Давай, давай, давай. Итак, встречайте на сцене Антонина Салаева. Аккомпанирует Владимир Горчин, Дубенский район. Встречайте! Голосок, не губи мое сердечко, посидим хоть голосок.
из гармошки, парень, я и так тебя люблю, а то девушки влюбляются в гармошечку твою. Ура! Кто любовь эту затеял, назвать можно лиходеем. Что за это за любовь, страдания да беда, хоть кого она погубит, не взирая на года. Исполняет фольклорный ансамбль «Забава» руководитель Вячеслав Ломакин, Ковылкинский район. Вдоль широкой реченьки ребятушки идут, гармошечку играют, Марусеньку ведут. Сейчас я с которой гулял. Е-е-е, ой да, ой да, ра ра, ой да, ой да, ра ра. Лучше попечался я с которой гулял. Е-е-е, ой да, ой да, ра ра, ой да, ой да, ра ра. Лучше попечался я с которой гулял. Поезд заливает дрожда золотое мед. Не ждала тебя я нынче, черт тебя принес. Е-е-е, ой да, ой да. Маруси скажу, е-е-е, ой да, ой да, ра-ра, ой да, ой да, ра-ра, подарю за ножки Маруси скажу, е-е-е, ой да, ой да, ра-ра, ой да, ой да, ра-ра, подарю за ножки Маруси скажу. Играют Марусеньку, ведут.
Возьму место призового! Эх, пой гармонь на целый мир! Пой гармонь из Криста! Начинаем мы турнир наших гармонистов! Итак, друзья, наигрыши в исполнении Юрия и Владимира Келиных. Городской округ Саранск. Thank you.
подожди, тебе тоже. Спасибо. Ох, как приятно-то, да? Ой, не говори. Эх, вот тебе раз. Скажи, мой друг Иванушка, почему же царит гармонь, ты знаешь? Нет. Ну, расскажи скорее. Да потому что это самый народный инструмент, душа народа, вот почему. Вот оно что. Знаешь, взрослое поколение помнит. Вот только как начинало смеркаться, заливисто запоет гармонь, собираются красные девицы да добрые молодцы, и начинается гуляние, всем на удивление. Ох, а сейчас на сцене юное поколение гармонистов, ансамбль гармонистов детской школы искусств. Руководитель Валерий Кумакшев, Атяшевский район. Встречайте! Встречайте на сцене Екатерина Шестакова и Алексей Кирдяшкин. Еленьковский район. Честушки! А знаешь ли ты, что без тёши и перина будет жёстче, и зять будет тоши. Отойди к зять в сторонку, я частушки буду петь. А кто ж тебе играть-то будет? А сама. Ну давай. Я коровзе напился молока.
самогоночки налей. Неужели я не стою рыжей дочери твоей? Ах, теща дорогая, говорю заранее, в сторону всю критику, давай споем страдания! Твою тещу доконаю. Она палач холодно, а на печке жарко. Теща не моя мамаша, мне тебя не жалко. Дорогая моя матушка, не видать тебе костей, одна мне пушка. Можно сесть? Забираю я гармошку, на млины пора уж сесть. Забираю мы гармошку, на млины пора уж сесть. Дорогие друзья, встречайте, поющий гармонист Владимир Александрин, Старошайговский район. С песней «К бате». Come on.
Наумова, Валентина Бочкарева. Аккомпанирует Александр Наумов, Большеигнатовский район. Исполняет Виктория Котина, аккомпанирует Татьяна Липатова, Чемдинский район. Не меркнет слава русского народа, ему за гармонию очень повезло, с ней хорошо любое время года, а песни добрые Yeah.
Здравствуйте! На сцене Андрей Чендаев, Губенский район. Наигрыши! Встречайте на сцене народный ансамбль песни «Валскинь Зоря». Руководитель Анастасия Сорокина. «Бабушкин сундук».
косила у пруда, не дает косить вода. Белый мах, до речки, приходи ко мне сюда. Аккомпанирует Михаил Ершов, Ковылкинский район. Ох, на заре заслуженного работника культуры Республики Мордовия Алексея Первушкина. Рамадановский район, друзья, встречаем!
Алексей Перевозкин, ваши аплодисменты! Какой интересный гармонист, да? О. Дорогие друзья, встречайте! На сцене Елена Фабричного, Татьяна Лазарева. Аккомпанирует Виктор Шулгин. Атяшевский район, село Алова. Чистушки! Thank you.
Сивушки на макушке, слушайте внимательно! Пропоют вам сейчас частушки очень замечательно! С частушками подружка моя на сцене трио Аюшки, руководитель заслуженной работник культуры Республики Мордовия Вячеслав Путонов и Ольга Назарова, городской округ Саранск. Thank you.
Дорогие друзья, встречайте на сцене Светлана Маякина, Елизавета Прохорова, аккомпанирует заслуженный работник культуры Республики Мордовия Николай Земсков, Рузаевский район. Милый Коля! Встретишь чашкою пеною разговоры.
катится слезиночка, да ты ее смахни ладошкою. Я с тобой, моя грузиночка, ты со мной, моя хорошая. Я тебе дорожкой да нею, на пипиганке с луной прилечу, прилечу желанная, чтобы встретить Рождество с тобой. Я тебе встретить Рождество с тобой. Я к тебе на рассвидание, на перепелке с луной прилечу, примчу желанная, чтоб остаться навсегда с тобой. Республики Мордовия Анастасия Рябова, Валерий Кидяйкин, Краснослободский район, село Сидорово. Панагоня по нам, панагоня по нам.
галстук. Знаешь ли ты, что Мордовия в этом году принимает у себя чемпионат мира по футболу? Да, слышал, да, знаю. А ты знаешь, что мы еще даже с залом не тренировались, как мы будем поднимать футбольный дух? Эх, ну это не дело. Я думаю, нужно поскорее исправить эту... Я тоже думаю. Итак, зал, делимся на две части. Одна часть кричит: «Эй-эй-эй!» Ну-ка попробовали. Замечательно, да? Ого! Отлично. И еще разочек. Я так думаю, да? Давай, давай, давай. Еще позитивнее, еще громче. Ну, еще раз. Это громко, громко, громко. И... А теперь все вместе. Ой, по-моему, мы поднимем любой дух. Я думаю, что мы выиграем, да? Запросто чемпионат и вообще с такими замечательными болельщиками. Давайте друг другу похлопаем. Мы такие молодцы. А мы продолжаем наш праздник. Итак, припевки от Валентины Вельмякиной заденут тему этого знаменательного события. Аккомпанируют Андрей Тряпкин и Николай Марин. Инцарский район. Thank you.
Ивановна, Старошайговский район. Екатерина Модина, городской округ Саранск. Oh!
сейчас будет царствовать гармония вместе с виртуозом из Атюрьевского района, замечательным педагогом, заслуженным работником культуры Республики Мордовия Николаем Турусовым. В его исполнении прозвучит произведение Александра Устьянцева «За околицей». Thank you.
Ситуации на сцене ансамбль «Русские напевы». Руководитель Татьяна Петрушкина. Аккомпанирует Алексей Юданов. Тюрьевский район. Частушки! Thank you.
праздник продолжает народный фольклорный ансамбль «Сударушка». Руководитель Вера Кудашкина, аккомпанирует Борис Жогин и Владимир Кузнецов. Качкуровский район. Начинается 15.